После того, как меня избили в комнате, привели в зал, там один из полицейских сказал, что жестом так показал, на ломаном английском, там, в смысле, что он мне били один глаз, теперь он мне второй выбит зубы, и потом еще вот такой жест был, чтобы там голову перережет, там лодку отрежет, голову отрежет. And where were they beating you? Ну, там, после того, как он стал нервничать, стал избивать, то есть бил мне сюда, бил вот сюда, вот за это ухо, по спине, в эту часть, по спине были удары, такие, несколько ударов таких. И, а потом, после того, как он портфель мне ударил, у меня в глазах потемнело, было разбито здесь у меня нос, и губа была изнутри, у меня кровь текла в рот, не останавливаясь, я ее глотал. Да, и у меня глаза были красными, я салфеткой держал, так, чтобы кровь остановить. Мне пришлось ее глотать, чтобы я не мог ее остановить. Здесь я держал, а во рту я не мог. Пришлось кровь глотать, пока не остановился. Как вот вы это видели, как вы себя видели, вот это? Только вы в камеру смотрите, не слышно. Когда они пришли за Алла, когда они сказали, что пришли забирать Алла, я очень сильно испугалась. Я говорю, ну Аллу я не отдам, Алла, говорю. Я не могу ее отдать, говорю, вы не можете ее забрать никуда. Я очень стала сильно нервничать, я не знала, что делать, куда звонить, как и кому сообщить, как мне это, мне как поступить в этой ситуации. Но они стали на меня давить сильно, стали на меня кричать, look me, listen me. Они стали мне вот прям угрожать стали сильно. Сказали, что мы твой телефон выкинем в бассейн, никому не звони, ничего, вот мы сейчас запираем Алла. Я стала их умолять, спросить, я говорю, я уже села на колени, говорю, пожалуйста, please, no Алла, no, please, no Алла. Но они настаивали на своем, что они все равно заберут Алла. And what did they do when you said them not to take Алла? И как они себя повели, когда вы сказали, чтобы не отпустите? Ой, они сильно очень нервничали, они сильно торопили меня, они кричали на меня. Они прям терроризировали меня. Вот, все, мы заберем ее и все. Хочешь там, что делать, но мы ее заберем.